Жития светих, светители Димитрия Ростовского. Месец юли, седмий ден. Все чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox, достояние всеобщее. А ще хощете более научите или же помощи, посетите LibriVox.org. Памет преподобного отца нашего Тома и Малейна. Преподобни Тома изначала жития своего в мире бейст войн, велик славою, ово богатство ради, ово же храбрости ради. Силен му бяше телом и храбро в браних, и многожда и полки супротивних победи. Та же возлюбив Христа, остави мир и всю житейскую молву, и прия лекий ярем Христов, чининоческий, подоби се нищете и смирению Господа своего, и обхождаше монашеское жилище от богоугодних в постничестве подвижников наставляя се на съвършенство добродетели. Егда же съвършеннейше го ради постничество и безмолвие восхоте пойти в пустыню, стол погнена и нощью предидяше ему, и святей пророк Илия являше се ему, руководя его в пустынния недра. Таковы ими проводники наставлен бе истаки в други и кърмил, в гору Малея нарицаемую, и в ней един живяше Богу и сподобляше се божественных откровений и видений. И ако же прежде в мире врагов, видимо и храбро побеждаше, сице по отвержение мира, в пустейножителстве невидимия духов лукавих полчища крепко молитвою непрестанною, яко острим мечем поражаше и прогоняше. А понеже градо на горе стоящо и горнемо светило на тверди небесно и сияющо, укрити се невъзможно, не отеи си обой преподобни Тома в мале и горе пустейной, на ней же святейнию своею, яко звезда пресветла его сия и озаряше земная. И уведен бъйв от човек, сотвори се свет помраченним и пристанище притекающим к нему. Прияба от Бога чудотворение силу и целебную благодать, и целяше чудесно всякие болезни, слепа им прозрение, хрома им благоходное течение подавая, и източник водни в безводном месте молитвою изведе. Не то чуже в животе своем много чудодействова, но и по представление го к Богу от честних того мощей чудесне совершахуся. Всяким бо недугом и неизцельним болезням, паче естествено скорие подаваху се изцеления с верою приходящим, и духи нечисти от човек прогоняху се молитвами Его святими, благодатью же Христа Бога нашего. Конец жития преподобного отца нашего Тома и Малейна.